Привет, друзья прогрессивные, это истинный следователь. Это продолжение серии обзоров диктофона 2. Я сравниваю Sony 712, 2 гигабайта у него памяти, и Olympus DM670. Здесь я просто меряю время работы. Это важный параметр, потому что не всегда люди могут или запоминают подзарядить. И я сравнил 7 часов. Проработал Sony 7 часов 40 минут, а этот 17 часов, и мне надоело. Как я понял, он сутки может проработать, и это достаточно для меня сейчас. Прям здорово. И я подумал, надо проверить и поменять аккумуляторы. Мало ли здесь стояли плохие, и поэтому он сел. И поставил, как видите, вот с Олимпуса сюда зарядил полностью оба. И он столько же проработал. Так, ну, два деления из трех. Сколько там на самом деле, непонятно. Так, блокировка снялся. Выключился. Вот, то есть сутки точно работает с батарейками от Sony-ского. Аккумуляторы, ну, в нормальном состоянии оба. Сколько максимально он проработает, Olympus? Потом померю попозже. Вот такое вот сравнение. Время работы этого Sony 712 7 часов 40 минут. Этого около 24 часов. Ну, тут фактически он 18 проработал. Пока что дальше я не стал мерить. Поэтому Sony не стоит лезть во все отрасли. Делает он во всех отраслях херово. Ничего хорошего. И приставка PlayStation дурацкая. Держится она только за счет того, что люди любят поиграть. Вообще вся история Sony — это история втюхивания ненужных продуктов. Всем пока. Был сильный следователь. Замер времени работы Олимпуса и сравнение с Sony.